Вот что ты чувствовал, когда все это происходило, и была ли ты на официальной росписи Пескова с Навкой? А свадьбы-то и не было. В смысле? Не было свадьбы, я сама на ней не была, и насколько я знаю, что свадьбу, о которой знают все люди в официальном смысле, о такой речи что не могло быть. Подожди, но мы все видели фотографии в свадебном платье, торт, гуляло все Сочи. Ты имеешь в виду, что не было официальной росписи? Любые фотографии можно подделать. Полная версия доступна для подписчиков.